бдительности, солдат. Спасибо за установку дополнения «Пылающие берега». Дополнение «Пылающие берега» включает в себя новые задания, продолжающие основную историю действий. Происходит в новом регионе с новыми персонажами, машинами, навыками, видами оружия, одежды, инструментами, находками и прочим. Чтобы начать, убедитесь, что вы выполнили основное задание «Сингулярность». После этого Лой предложит совершить дальнейшие шаги. Новые навыки доступны в любое время. Получение призрачных уровней продолжается после достижения нового максимального уровня. Приятной игры. Всем привет, ребятки. Доброго утра, доброго вечера. Приветствую на канале Logon Play. Опа! У нас возникло одно осложнение. Нужно обсудить. Конечно, братан. Жду тебя в доме Тильды. Он послужил мне хорошим штабом для изучения базы Зенита. Ага. Не бойся. Я не трогал ее бесценные картины. Ладно, прибуду как смогу. Ха-ха. И вот, ребятки, всем привет еще раз. Мы возвращаемся к горизонту запретному западу. А у нас DLC к пылающим берегам. Уровень 38. А я, кстати, какой у меня уровень? Я даже не знаю, у меня какой уровень. А, тут у меня должно быть написано. Нет, что-то нет где-то. Где-то написано, ну, непонятно где. Так. Задание. Активно найдите Сайленса в особняке Тильды. Что, вернулись мы к прохождению данной игры. Ну, это DLC, естественно. Да. Когда так, быстро перемещение. Ух ты, нифига себе. Сингулярность мы прошли, есть нюансы по игре, там вот я не прошел не охотничьи угодья, там дело одно не выполнил. Ну, в принципе, игру я прошел практически на 90%, так что кто молодец? Я молодец. Так, а я сюда могу переместиться? Нет, я не могу сюда переместиться, я могу сюда переместиться. Так что вот, ребятки, вот так вот мы, в принципе, с вами, кто смотрел, прошли далеко. И сейчас мы будем уже дальше играть. Игра вот вышла сегодня, хотя многие вчера уже в нее поиграли, да, но я вот, к сожалению, не смог вчера в нее поиграть. Так, и что у нас тут? Что у нас? Куда нам идти? Сюда. Нет, не сюда. Так, где наша бибика? Летающую что-то не хочу бибику, хочу на коняжную бибику, коняжную. О! Отлично. Погнали. Ух ты. Хорошо, тут какой-то бегемот он есть. О, блин, куда нам? Ой-ой-ой-ой-ой. А, вон она, Тильда. Я что, проскакал уже, что ли? Видимо, да. Ну ладно, коняшка, давай, покеда. А как тут заходить? Ну, видимо, есть где-то вход. Так, например, вот здесь есть вход. Ага, 30 метров. Вон он ждет нас. Ждет нас отличный актер Лэнс Реддик, который недавно, к сожалению, умер. Сайленс. Ну что скажешь, так, братуха? Вот где Тильда пыталась тебя сманить. Да-да-да. Что она предлагала? Что вместе вы с ней спасете планету? Как того хотела твоя генетическая мать? У предтеч был для такого свой термин – замануха. Завлечь тебя обещаниями дивного нового мира, который Немезида неминуемо расколет, как орех, истребив все живое. Надеешься вывести меня из себя? Не выйдет. И если бы ты верил, что мы обречены, тебя бы здесь не было. Может, я хочу посмотреть, сотворишь ли ты вновь невозможное. Кстати, об этом. Перебирая данные, я столкнулся с новой проблемой. Я прочесывал базу Зенита в поисках полезных сведений. И обнаружил, что на Землю с Одиссеей спустилось 13 наших звездных друзей. Но мы нашли лишь 12 трупов, включая Вербену в лаборатории. Как быстро ты считаешь в уме. И да, один от нас ускользнул.
Его имя Уолтер Лондра. Аэрокосмический магнат 21 века с целой армией поклонников. Ну, красавчик. Думаю, нет нужды объяснять, насколько опасен такой человек на свободе. Ты должна найти его и обезвредить. Да, конечно. А ты что будешь делать? Говоришь, ты вел поиски на базе зенитов? Есть у них то, что поможет? Как всегда, начинается трёп. Нам надо изучить как можно больше технологий. Ага. И древних, и из арсенала зенитов. Обладая такими знаниями, мы, возможно, сумеем создать оружие, с которым Немезида еще не сталкивалась. Ну, посмотрим, застать, да? Застать врасплох? Вариант. Рано радуешься. Пока есть пара зацепок и только. Боюсь, поиски будут долгими. Естественно, до третьей части. Так Лондра разбогател на торговле звездолетами? Не совсем. Он строил корабли и аппараты, которые добывали редкий металл из пролетающих мимо Земли астероидов. О. Тут есть от чего встревожиться. Именно. Из-за нас у него больше нет доступа к Одиссее и базе зенитов. Но он наверняка хорошо осведомлен о технологиях предтеч. Поэтому он для нас не только угроза, но и ресурс. Ты думаешь, он может помочь нам в борьбе с Немезидой? Да, возможно. Как вариант, согласен, да, с тобой. Ты сказал, что у Лондры была армия поклонников. В смысле? Он разбогател за счет космоса, но вкладывал большие суммы в развлекательную индустрию. Его жена была знаменитой актрисой. Супруги частенько становились мишенью таблоидов. Таблоидов? Новостных агентств, которые следили за знаменитостями и скармливали фанатам все подробности их личной жизни. А. Фу. Куда Лондра мог направиться? К побережью на юге. Это край, разрушенный вулканическими процессами. Тенакт, что там бывали, зовут его Пылающие берега. О, но тысячу лет назад он назывался Лос-Анджелес. Ух ты! Это был центр город технологии ангелов. Развлечений. Космическая компания Лондры Хевенсент базировалась там. Вероятно, он вернулся на знакомую территорию. Совершенно верно. Я вышлю координаты. Ты готова отправиться за беглым зенитом? Естественно. Еще спрашиваешь. Ладно, я готова выступать. Будь осторожна, Элой. Подозреваю, что Лондра еще коварнее, чем все остальные зениты. О, Сайленс. Если бы я тебя не знала, решила бы, что ты беспокоишься. Так и есть. И? Ух ты! Элой! Надеюсь, я не отрываю тебя от битвы с какой-нибудь огромной машиной. Привет, Бета. Я направляюсь к Пылающим берегам. Ну да, Сайленс рассказал нам с Геей о твоем походе. Осторожнее, ладно? Если что, обращайся. Хорошо. Давай. Так, ну получается, тут был Сан-Франциско, вот где мы были, да? А тут идем в Лос-Анджелес. Ну, Лос-Анджелес, Сан-Франциско недалеко, это все Калифорния, штат. Так что долететь, в принципе, не так и далеко было оно. Будет все на берегу, наверное, да? Тут будут это здесь. Красивые снежные пляжики. Ой-о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 й, это что такое? Мамочки мои. Какого? О, нет. Вау, он ракетами стреляет нас. Вау, сама... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зенит! Зенитки, это зенитки! О, так самолет-то наш почти подбили. Ага. Куда он стреляет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, букву какую-то сбили, офигеть. Круто. Почти удалось. Ты что, умеешь летать? Да, я умею летать. Но посадка не вышла. Ой-ой-ой-ой. Еще машина. И что нам делать?
Жди тут, я разберусь. Постой, я помогу. Ну, тогда вперед. Как это ты поможешь? Сейчас, секунду, ребятки. Сейчас мы с ними разберемся. Видишь эти кристаллы? При ударе они взрываются. Ладно, поняла. Кристаллы. Это вода. Выше на рокоп. Ага, кристаллы взрываются. Так. Эй, ты что натворила? Ты египетская сила. И нафиг его. Ему надо в попу стрелять. Вот так вот. Ай, блин. Подзабыл тут, малюха, себе управление-то. Да в рукопашку пошли с ней. Охренеть, что происходит? А происходит то, что нас почти загасили. Пошел ты. Есть другие снаряды. Ай-яй-яй. Валим, валим на гелике. Так, дружище, ты что тут бегаешь? Сейчас выскользнет же где-нибудь, а? Вот это, смотри, меня преследует. А, того мы загасили. У-у-у-у! Давай заманиваем, заманиваем их. К Огнеблеску. Давай, ты сказала, что они нестабильные. Где, кто? Ой, мимо. Опа, бахнуло кого, нет? Никого не накрыло. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Уже лучше. Короче, меня точно задело, а вот их не знаю. Так. Ох, блин. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, подзабыл я играть-то как в игру-то. Готов. Да ты заколебал, ты зачем так делаешь? Па-бам тебе. Все. Так, подружку мою новую не трожь, подлюга. Я тебе сейчас покажу кузькину мать. Пошел на меня, да? Ух ты какой. Ты слышь, давай. Ага, в рукопашку-то ты не хочешь, ну. Нет? Никуда не денешься. Фух. А ты умеешь за себя постоять. А ты думала. Я Сейка. Элой. Я могу тоже сказать про тебя. Сейка. Господи, что за имя такое? У тебя есть визор? Ага. Значит, ты Квен. Да. Но не такая, как другие искатели. Откуда ты это знаешь? У тебя много вопросов, но пока сперва... всего один. Я видела, как ты летела верхом на светокрыле. Та башня стала для тебя сюрпризом. Ты здесь впервые. Зачем ты здесь? Я ищу кое-кого. Я направлялась на северо-восток к зданию на холме. Здание на холме.
Ты про подъем звезд. Знаешь его? В курсе, как туда проникнуть? Возможно. Но сначала надо что-то сделать с этой башней. Почему? Мы можем помочь друг другу, Элой. Ага. Башня недалеко от нашего лагеря. Я покажу дорогу. Понятно. Стой. Ты сказала помочь друг другу, но что именно тебе здесь нужно? Скажем так, мне эта башня тоже мешает. Пошли. Ладно, у нас новая миссия. Иди за мной. Так ты погоди, ты куда? Ты куда ты торопишься-то? До поселения доберемся на моем ялике. Сейчас. Что тебе вообще здесь понадобилось? У ялика чуть гуляет руль. Я искала детали для ремонта. Да и охотиться иногда на середину. Нашла то, что искала-то. Так. Тут, смотрите, еще какой-то вон, что-то такое. А, таракоп. Шикардос. Так, она сейчас тут побежит, и я тут ничего не смогу посмотреть. О, я что-то нашел. Теперь я готова ко всему. Как, что значит ко всему? Ну, ящичек, отлично. Так, тут что еще есть? Вон, маленький ящик с припасами. Вот, ребятки, тут надо все оглядываться. Сейчас она побежит там. А мы потом, что, как, с чем будем тут воевать-то? Нестабильный огнеблеск. А, ну это для драки, видимо, он был тут, да? О, нифиг себе, это что такое? Кстати, осколок лучезара. Какой-то кристалл. Резкий запах. Но торговцев, я думаю, это не смутит. Что это такое? Ресурс это какой-то новый, ребята. Вот он, лучезар. Я такого еще никогда не видел. Улучшение оружия и одежды, а также покупка редких спиралей, тканей и деталей машину торговцев. О как. Так, персонаж. Ух ты, таких тут куча будет. А, это Уолтер Лондра. Ага. Усатик. Так, а девушки пока нету. Это Сейка или как она там себя назвала. Вы нашли кусок лучезарного редкого ценного ресурса. Сейчас спрятанный в разных углах плавающих берегов. Можно использовать для улучшения некоторых видов оружия и предметов. Также для торговли с определенными торговцами. Но я уж это прочитал, слышь. И без вас, господа. Вот хорошо, что я не побежал за ней сразу резко. А то бы сейчас бы тут профукал был. Лучезарт этот. Так, ну больше я ничего не вижу, так что вот можно было взять. О, смотрите, тут что-то какой-то вопрос. Это о чем мы долетели? Нет. О, японский бог, это новая карта получается. Ага, точняк. Так, вот он. Вот он тот, которого мы еще не освежевали. Так. Ну ладно, пойдем с ней теперь, фиг с ним. Теперь можно идти. А можно не пойти, да? Так, ну вроде ничего нету. Пошли! Идем, я уже бегу за тобой. Что за бибика у тебя? Мы же искатели. Нам надо все увидеть. А, у тебя лодочка? Ну, ладненько. Надо только прикрепить эту деталь. Подержи. В смысле? Никогда таких раньше не видела. Я смастерила его вместе с одним нашим механиком. На воде держится. Сойдет. Можно отчаливать. Запрыгивай. Давай, поплыли. Садитесь в ялик. О, нет. Еще одна. Блин. Ого! Хрена себе. Я же говорю, пока там эта башня, на подъем звезд никак не попасть. Офигеть. Ладно, отчаливаем. Хм, неплохо придумано.
У меня было достаточно времени подумать. Сколько же вы здесь пробыли? Где-то около года. Пересекая Великий океан, мы угодили в сильную бурю. Потеряли полфлота, сбились с курса. Чудо, что мы вообще добрались до берега. И с тех пор прозябаем здесь. А вон чуваки ходят, вон я вижу. Сколько же вас осталось? Меньше, чем должно было быть. Нас постигли другие беды, помимо крушения. И от некоторых уцелевших мало пользы. По-моему, ты не рада возвращению. Я приведу чужеземку. Это усложнит мне жизнь. Ха-ха. Ну да ладно. Просто не встревай. Я сама им все объясню. Ну, хорошо. Ладушки. Я-то что, против? Я вообще вон катаюсь, отдыхаю. Вот он, слева. Конец флота. Веселое название. Мы тогда были не в лучшем настроении. Блин, интересно, что это такое там? Там же как вертолет какой-то он, да? Ладно, пойдем. Пойдем. Ого, прибыли. Страшно мне эти, ты меня напугала, что они там. Сейчас еще начнут меня тут эти вопросы всякие задавать. Слушай, я ничего не знаю. Могу я идти? Нет. Будешь ждать изменницу вместе с нами. А вон и изменница идет. Ты! Началось. Прости. Я вижу, одно предательство ведет к другому. Украла визор искателя. Привела дикарку в наши ряды. Вот этот точно к вам. Арестуйте обеих. И конфискуйте у них визор. Арестовать нас может только адмирал. У. А никак не надзиратель. А у них есть адмирал. Это точно Квен. Да, его и запомнил. Да, конечно, по графике игра вообще шикардос. Как мультик. Это правда. Сейка украла визор. Кто эта дикарка? Ей конец. Нам здесь что-то не очень нравится. День явно не задался. Деньги я бы не задался, ну, наверное. Адмирал Геррит! Все, как я говорил. Доказательство здесь, перед вами. Солдат посмел надеть визор искателя. Око, являющее наследие. Но этого Сейки было мало. Она привела к нам дикарку, прямо нарушив условия неразглашения 3А. Согласно протоколу, она... Я, возможно, последняя надежда спасти пропавших. Визор Вая явил мне его последние мгновения. Он нашел зацепку. На подъеме звезд, руины. Наши люди были там. Штаб-квартира Лондры. Пробраться туда сами мы не в силах. Ситуация не позволяет. Но она найдет другой путь. Но ведь есть закон. Визор для искателей. Больше ни для кого. Конечно, Сейка поступила скверно. Адмирал Геррит. И ей придется за это ответить. Но сперва надо найти наших людей. Если только есть шанс, что она сумеет их вернуть. Наш ответ ясен. Даже бюро с этим согласится. Я даю добро. Сейка и чужеземка вольны отправиться туда. Но, сэр, это... Уставщинчик. Все поустал. Давай поговорим, когда будет время. Угу. Адмиральчик такой интересный, но недоволен, что на визор-то взяла. А там лава, ребята, какая-то, смотрите. Что?
особых. Что с тобой? Нет, нельзя так говорить. Просто в числе пропавших моя сестра. Что хуже, она наш последний навигатор. Без нее путь домой закрыт. Я должна ее найти. Даже если придется нарушить запрет. Но Рэнк ведет себя так, будто проблема во мне. Хотя я на самом деле как раз вовсю ищу решение. Сейка, я понимаю. Хорошо понимаю, но сейчас нам нужно успокоиться. Я спокойна! Что-то не видно. Ты права, конечно. Злость тут ничем не поможет. Итак, нам нужно попасть на этот подъем звезд. Но башня расстреливает все в небе рядом с собой. Да нет, не вертолет, там какой-то сгусток энергии. Так что на лодке к ней не подойти. Прекрасно. Но у тебя, как я понимаю, есть план, как с ней сладить? Возможно. Между нами говоря, есть один способ. Ну, давай, у тебя. Драться ты умеешь, спору нет. Но это все, что я о тебе знаю. А что тут знать-то? Во мне нет ничего особенного, кроме того, что моя сестра очень известна. Ты не выглядишь простушкой. Пока мы не сели на мель, я была старшиной. Но из-за шторма мы потеряли много мичманов и лейтенантов. А теперь пропала еще куча народу. Так что я пытаюсь, как могу, помочь адмиралу. Ты не побоялась надеть на себя визор? Ему бы побольше таких, как ты. Ха. Скажи это Ренгу и его дружкам. Скажем. Что именно тебе показал визор искателя? Когда наши разведчики пропали, то адмирал решил отправить нашу последнюю лодку на их поиски. На борту был искатель Вай. Они добрались до подъема звезд, сошли там, наткнулись на лагерь и снаряжение. Судя по следам, кто-то из наших забрел в руины. Потом они увидели машину, каких мы не встречали. Вся блестящая, двигалась как паук. В страхе они побежали к лодке. Им очень повезло. Знаю, о какой машине речь. Ну, везло им недолго. Когда утром они поплыли назад, появилась башня и разнесла их лодку в щепки. Угу. Потом труп Вая прибила к берегу здесь. Его нашла моя подруга и сказала мне. Та же подруга донесла Ренгу, что я взяла визор. Но что мне оставалось? Я поступила бы так же. Угу. Так твоя сестра навигатор. Самый главный навигатор. Только она умеет идти по звездам без инструментов. Она читает небо, словно скрижаль. Знает положение всех созвездий, как бы они там ни повернулись. Вот почему на нее обратили внимание после первого же экзамена. Один из ценнейших кадров на флоте. И вот ее нет. Она и остальные просто исчезли? После того, как нас выбросило на берег, адмирал разослал разведчиков на всех оставшихся лодках. Никто из них не вернулся. Офигеть. Я не знаю, что с ними стало, но уверена, это как-то связано с той башней и подъемом звезд. Тут я согласна. Угу. Что еще тебе известно про эту башню? Она появилась пару недель назад после исчезновения разведчиков. И она атакует буквально все подряд. Машины, лодки, тебя. Не напоминай. Я пыталась подобраться, но она стоит на круче, а вокруг машины. Но, к счастью, она не очень дальнобойная. Я ходила на ялике и ставила предупреждающие буи. То ли умно, то ли безрассудно. Может, и то, и то. Скажу честно, пару раз она чуть не попала.
Угу. И? Думаешь, можно как-то обезвредить эту башню? Другого пути наверх у нас нет. Я смогла подойти к ней по земле, но недостаточно близко, чтобы что-то сделать. Был бы у меня помощник. Попытка не пытка. Веди. Думаю, сперва тебе надо подготовиться. Сходи за припасами, можешь взять мой ярик. Держись южнее поселения. Туда башня не достает. Я отметила границу Буяна. А ты что будешь делать? Приведу мысли в порядок. К руинам, на которых стоит башня, ведет мост. Буду ждать на той стороне. Погоди, у меня еще вопрос. Ваш лагерь, все это... Вы были частью экспедиции, верно? Плыли к Сан-Франциско. Вот откуда ты про нас знаешь. Тебе встретились другие, Квен, да? Они уцелели? Большинство, да. Я могу передать им весточку, но сначала нам надо найти пропавших, так? Они живы. Я очень рада. Но ты права, это подождет. Пока что не будем никому рассказывать. Сейчас нам нужно сосредоточить усилия на поиске. Притча, конечно, у сейки. Увидимся на другой стороне. Мощневая. Да и у Лой тоже. Только вот как они эти волосы моют. Конец флота, ребята. Вот такое вот тут задание. Прежде чем идти к Сейке, стоит набрать припасов. Либо разведать окрестности на Ялике. Тут еще и смотрите сразу доп. Миссии. Ага, отлично. Так. Швец тут есть. Эта штука мне пригодилась. Ё-моё. Здорово, братуха. Чё тут у тебя, какая одежда есть? Так это у меня вся одежда есть. Ух ты, командир Квен. Нифига себе, какой крутой. Лучезаров надо, обалдеть, 8 штук. О, зато я этот могу, командир Квен Черного Перелива. Вот это я могу, да. Бабло у меня есть на него. Чё, один этот стоит? Купить. Давай. Так, спирали. Нифига себе, тут какие-то лучезары вот эти все. Их, смотрите, эти лучезары-то надо искать. Так, а я ему, кстати... Погоди, я ж тебе продать могу, да? Так, этот мне не нужен. Улучшение оружия и одежды для продажи металлические. Так. Это то, что я могу, лучше продам. А то, что этот я не буду ничего делать, на всякий случай. Так, тогда подожди. Записка. Ага, вот и сейка. Вот искусственной упорной воительницы. Отлично. И вот шеф, адмирал. Все понятно. Да. Одежда. Так. Ага, это вот он. Огонь. С огнем плохо все, да? Недоступно. Надо обновить ее. Понял. Так. Это что такое? Тут вопрос какой-то. Пойдем сходим. Там как кто-то есть. А, отлично, краска. Так, ну что у нас тут? Ух ты, какая красавица. Вот стрёмный, да? Ну, зеленый тоже. Это что-то тоже. А вот этот багровый берег прям вообще ништячок, да? Отлично. Хороший выбор. Одобряю. Конечно, хорошая. Вообще, смотри, какая красавица стала. Мне бы еще будут на фейсе тоже поменять. Так. Давай пойдем сюда. Это что там, наверх, что ли, как-то? Блин. Ну, ладно, давай. Здрасте. До свидос. Ты кто, что тут? Художник, о. Так. Ага. А у меня, кстати, есть это как его, Карха.
О, какая карха красавица. Ну, красотулечка. Разбойник Тенакт. Так, Квен. Вот они, Квены, кстати, это Квен. Есть у меня Квен. Звездочет. Такой какой-то Квен. Ныряльщик Квен. Так, особые. Ну, тут особые, ладно. О, вообще, смотрите, какая красавица. Звездочет. Давай. Ой, какие мы красивые стали, смотрите. Вообще, моднявые девчата стали. Так. О, тут недалеко. Чё, новое оружие продаешь? Ой, так, что-то тут. Адгезионный лук. Высокоточный лук черного прилива. Ну да. Власть императора. Угу. Хорошо. Око бури. Плач от певницы. Ну так, да, ничего. Связывающие узы, хорошо. Ну, оружие так, довольно-таки немало, скажем так. Нормально даже. Да чё жалько-то? Ничего не жалько. Так, это мне то, что надо взять с собой. Подожди, это что такие, что за ресурсов? У меня ресурсов-то нет, смотрите, совсем. Это для краски я типа беру, да? Для одежды, точнее сказать. Инвентарь. Ну, у меня тут есть, конечно, крылья десятых. Да, но они как бы тут такие тоже мощные. Так, где эти улучшения-то делать? Тыщ, вот, вижу. Так, улучшения. Крылья десятых. Ну, вообще, конечно, фиг тут его улучшишь. А где этот-то, как его только что я купил-то, который? Бич солнца. А я точнее, а я ж не покупал. Чё ж я гоню-то? Я ничего не покупал. Кстати, это какой-то мощный лук был сделан с мятежными китенакт. Я ж одежку купил. Во. Вот я ее могу улучшить, это хорошо. Отлично. Отлично. И еще могу улучшить. Ой, как хорошо. Лучезар один, да? И бабок нет. А так бы можно было, да? Так. Ну, деньги-то мы найдем. Я думаю, да? Деньги не проблема. Так. Там мы тут постреляли из нашего лука. Сейчас мы, кстати, улучшим вот это. Ага, нету у меня. Видите, взрыв. Это взрыв. Взрыв нету. Угу. Ну давай тут. Взорви тут все. Конечно, сейчас все гляну, погоди. Да блин, и треть колотить. Нет, взрыв почти у меня таки нету. Так, ладно. Художник. Повар пицца. Кто-то со мной же хотел пообщаться. Этот, как его, адмирал-то. Где вот он только? А, вон он. Немногие умеют тоже, что я же улетел от него. Здорово, адмиральчик. Эй,
Здорово. Итак, в наш лагерь заявляется дикарка. Вы обещаете найти пропавших людей. Мы в отчаянном положении, и я вынужден согласиться. Но я не рад, что верил нашу судьбу чужеземке. Кто ты? Откуда ты? Меня зовут Элой. Важно ли, кто я, если я могу помочь? Вопрос цене помощи. Бюро надзора точит зуб на Сейку. И отпустив ее с тобой, я, может, дал ей веревку, чтобы она сплела себе петлю. А, по-моему, она не даст себя в обиду. Но я постараюсь за ней приглядеть. Хорошо. В таком случае, есть ли вопросы у тебя? Естественно, всегда есть. Вы высоко цените Сейку. Она образцовый моряк. Упорная, доблестная, находчивая. С каждым днем наши силы тают. Люди теряют волю к борьбе, а она нет. Пока. Я все больше на нее полагаюсь. Если кто и сможет найти наших людей, так это она. Наверное. Вы сказали, положение отчаянное. Как до такого дошло? Мы прибыли из-за Великого океана. Племя поручило мне важнейшее задание столетия — лебединая песня, что станет моей эпитафией. Мы угодили в тайфун, и он рассек флот надвое. Не знаю, что стало с остальными. Затерялись, разбились или утонули. Может и нет. Всегда есть надежда. Когда мы пристали, я послал несколько судов на разведку. Они не вернулись. И мне больше нечего и некого отправить на поиски. Сперва потерял полфлота, потом половину уцелевших. И такой адмирал. Медали уже нету. Но зато вышивки. Напала на их след. Эти, как их. И ты такая же. Как ты не сдаешься. Медали-то есть, они у него вышитые, точно. И эти погоны у него вышитые. Что-то здесь часто упоминают надзор. Надзиратели — это глаза и уши императорского дома. Их долг — следить, чтобы мудрость наших легенд не стала достоянием врагов. Они выискивают вероломцев и ослушников. Инспекции, допросы — все во имя безопасности. Один человек доставляет хлопот всему лагерю. Надзиратель не обязан нравиться другим. В общем, это служба безопасности. Если мы вернемся домой, Рэнк доложит начальству о поведении команды. Отсюда его влиятельность. Надеюсь лишь, что он употребит ее во благо. Хорошо. Я помогу Сейке вернуть ваших моряков. Если они еще живы. Присмотри за ней. Окей, дедуля. Так, ладно. Тут можно поплавать. Смотрите, можно сплавать вот на этот остров. Металлические осколки. Вообще, как бы смысл-то есть как-то мне плавать или нет? Я вот что-то не могу понять. Всех вот этих действий. Она говорит, поплавай, говорит, если что, куда, говорит, там типа. А я вот даже не знаю смысл этого плавания. Там какой-то чувак просьбу просит. Ага, вот там какой-то есть вкусняк, а? Где там, где? А. Подожди. А, нет, ну да, это туда можно идти. Здорово. Так. И чё, как туда попасть? Вот, вижу эту штуку. А, о. Да и, блин. Отпрыгнуть назад. О. Ух ты, нифиг себе они тут поставили. О.
Сейчас мы поищем тут вкусняшки. Бабосики нам надо. Ого. Так. Блин, ты что там выпила, дурочка? Я забыл, как этот менять-то. А, во. Не потянет, а жаль. Может, смогу открыть, если зацеплюсь. Только надо быстро. Охренеть. Вот это да. Что, так можно было, что ли? Ну ладно. Блок доступа. Интересно, от чего? Блин, нифига себе, мы что-то нашли, ребята, какой-то блок доступа. Так, давайте заглянем в инвентарь. Особые предметы. Блок. Добытый блок доступа. Зашифрованный ключ от спаренного запорного механизма. Во как. Так, командир Квен Черного Прилива. Мне надо найти 1000 осколков. Видите, я тут что сделал. Сейчас мы найдем это 1000 осколков, выполним мы. Только теперь вопрос, куда вот эту штуку нам вставить? Кому? Кому, только одному. Как говорится. Так, прочная вентиляционная панель. Там еще есть, может быть, я и зря спрыгнул-то. Сохраниться хочу. О! Братан! Ты чё куда собрался? Мяско нам нужно. Отлично. О, вон видали, тут что творится, смотрите. Обалдеть. Конец флота. Да это я понял, что это конец флота. Иди, блин. Ух ты, мазафака. Кто-то попал. Так, и что-то я зря, значит, спрыгнул, да? Блин, и как туда теперь попасть? Придется опять бежать. Лойка! Застряла! О, блин. Нифига, что я нашел, смотрите. Носитель данных. Угу. Понял. Записи. Носители данных. Интересно, тут новые-то появились или нет? Расквенмы. Глифы. РЦУ. Нифига себе. Нифига себе. Это мне столько тут надо выполнять. Так это не дополнение, а новая игра, блин. Ну, это, с одной стороны, хорошо. Да. Очень хорошо. Так, тут сейчас скажет, ой, помоги мне, помоги. А я мимо него пробегаю. Пошел он в баню. Со своими помощями. Осколок Лучезара, ребята, нашел. Вот так вот. Кто ищет, тот всегда находит. Ты чё тут спрятал? Тебя-то за что? Иди отсюда. Наши звезды. Так, это глиф. Она услышала голос. Может, это наши пропавшие товарищи? Нет. По ее словам, он звучал зловеще. Железный зажим. Блин, да я только что же Лучезар видел. Да, блин, вот мне вот эта игра всегда это раздражала. Осколок Лучезара, но он тут где-то. А как тут это его найти? Теперь уже понятно, как будет выглядеть корабль. Бред. Осколок Лучезара, так.
Ага, во как. Ладно. Он где-то внизу, получается. Так, ну ладно, раз я наверх поднялся, надо тут смотреться. Тут тоже какие-то были приколы. Ага, вот. Допустим, прикол, да? Блин, остров такой, тут кусок Лучезара тоже. Капец. Ой, так. Скорок Лучезара. Где он, блин? Где ты, Лучезарчик? Оскольчик? Ну, ты же где-то тут должен быть. Я нафига сюда упали? Ты мне скажи. Скажи, а ты дура. Зря ты сюда упала. Так, ну это тут этот глиф, который я уже видел. Так. Ладно, не хочет она находить осколок Лучезара. Пойдем другое тогда искать. Здесь вот где-то сейчас была штука. Ее можно открыть, взломать. Давайте туда сходим. Точно мы взломаем. О, тоже Лучезар, что ли? Ух ты, корова-то. Так, тут какой-то проход куда-то, смотрите. Вау. Может, тот блок доступа от этой двери? Японские города. Вы смотрите-ка, мы нашли. Шарились и нашли, да? Ну, в принципе, тут и так можно было, да, идти. А ну и нашим лучше, ну и нашим лучше. Ага. Так, а как тут запрыгивать? Там я слышу, там какое-то золото. Есть. Отлично. Вставить код доступа. Получилось. О! Японский городовой. Нифига себе. Вот это мы даем. Просто нафиг. Так, опять кого-то там мочканули зато. Ага, ну вот мы молодцы, смотрите, мы сколько насобирали всего. Там еще вот кусок, конечно, был, где-то Лучезара этого, но я его не понял, где он. Адмирал Геррит это. А, ну это та, вот тут район. А это тут, только как бы я тут еще и не был, как бы, можно сказать, да? А, это там оно, куда меня зовет. Основная миссия. Не-не-не-не, пока пас. Пока пас. Давай-ка мы еще этот кусок Лучезара попробуем найти. Еще один. Где-то же он там. Сейчас мы его найдем. В общем, сегодня будем бегать тут, на нашем острове. Эй, а ты куда прыгнула, подруга? Ты думала? Конечно, блин. Это вы тут бездельники. А я, слышь, девка занятая.
Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А если вот так обойти? Где этот кусок Лучезара? Кстати, я же тут делал, там еще тоже какая-то вентиляционная была. Или она на эту показывала? А, прочная вентиляционная панель. Да, надо, может быть, и на нее, кстати говоря. Зевают такие. Да, ну наверх тут... А, наверх-то я могу, наверное, долететь. У меня же есть летный этот прибор. Только прилетит ли он сюда, посмотрим, давайте-ка. Прибор, ты где? А, облом. Невозможно вызвать. Не, ну это как-то нечестно. Так. Почта вентиляционная. Да, это она и есть мне. Я в ней уже был. Это что такое? Ух ты. Это что такое? Странно. Кораблики, что ли, какие-то ихние? А, нет, они этого чувака поймали. Робота. Главное ж показывал, что тут что-то есть. И все, и ничего больше не показывает. Так, темнеть начало. Начало темнеть. Ну и... Что-то нашла же ты, лыка. Зачистка от роботов продолжается. Чузар, наверное. Так будет проще. Да, стопудово, это он самый. Ну, мы вообще просто, как сказать, фанатики этого изделия, и четко мы его находим. Ну, молодцы. Видите, она говорит, не побегайте. Так вот, не зря бегаем. Так, а вот здесь. Ой, здесь мы, кстати, они его поймали. Разбирают. Вообще молодцы вы. Тут я даже не знаю, что... А, вон та лодка, которую она мне говорила, ты типа можешь взять. Так, а здесь я... Все, ну, кого-то я напугал там, мышек или кого-то. Мышки просто офигели. Тут какие-то пилик... Ну, мышки пищат. Мышки, мышки, мышки. Так, ну тут ничего нету. О, это лёбстер. Ну, лёбстер-то я знаю. Так, ну ладно. Вот, в принципе, мы, смотрите, в конце флота пособирали. Так все неплохо. Сейчас мы можем свой костюм, кстати говоря, улучшить. Вообще будет шикардос на самом деле. Потому что... Да-да-да-да-да, вы избранный народ. Вы все выстоите. Вы все вообще чики-пуки сделаете. Вы самые молодцы. Лучше вас сильнее нету никого на свете. Так. Ну и... Ой. Ятрить, колотить. Чё такое? Чё так долго? А, вот у меня уровень. 50-й у меня максимальный. У меня есть. Да, у тебя есть то, что я тебе могу продать. Вот, смотри. Ешь. 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 Вот и все. Да, да, да.
И теперь вот мы точно можем улучшить. Вот улучшить одежду. Бамс, нафиг. Просто вообще красавчики. Сердце выше водокрыла. Ну все, дальше я, наверное, вряд ли чего улучшу. Ну, здесь сейчас я могу, кстати говоря... О! Выполнено. Занятие завершено. Командир Квент черного прижили. Так, я про одежду хотел. Очень редкий. Это еще лучше, да? Да. И еще у меня здесь нужна... Ячейка нужна от этого. Во. Тоже нормальная защита. Ну вот теперь более-менее я вообще молодчик. Молодчик. Так, есть ли у него взрыв паста? Давайте взглянем. Продается, кстати, за 1 рублик мне продает этот лук черного прилива. А нафиг он на самом деле мне нужен? Купить. Так, инструменты. У него нифига нету, прикрыть. А, вот ресурсы. Да, вот взрыв просто это есть. Все, скупим, что есть. О, отлично. Охота ждет тебя, чужеземный. И еще как ждет. Вот так, ребятки, смотрите, мы прилетели в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес такой, оказывается, нифига не маленький. А на острове побегали. Тут даже вон есть допник какой-то один. Она зовет. Сегодня мы на... Это, получается, как он называется-то у нас город-то? Флот какой-то забыл. Вот, смотрите, представьте, забыл. Потерянный флот. Да. И он такой красивый, смотрите, из кораблей сделанный. Смотрите, как все четко. Вот тут генерал у них есть. Да. Есть у них свое... Организация по... Вот он же, смотрите, гаденыш. Где же он там, а? Вот он, ё-моё, а? Нашел я его. Я найду ему применение. Вот так мы лучезаров насобирали сегодня. Прямо вот вообще тут. Отлично. Два у меня навыка тут, кстати, есть. Куда-то их надо впихнуть, а то не надоели. Мне тут 5 нужно. Вот тут 2 давай. Чтоб успокоились они. Чтоб больше меня не просили ничего улучшить. Так что вот сегодня у нас, как говорится, экскурс по новому острову произошел. Ну, в принципе, не так уж и много здесь всего. Хотя ресурсов всяких дофига много. Вот она мне предлагала сюда к мамонтам полететь. Говорит, поплавай, говорит, типа, на соседние эти. Я даже не знаю. Но я, в принципе, можно было бы сюда, конечно, сгонять. Но я думаю, мы в следующей серии это с вами, ребята, при прохождении DLC Пылающим берегам сделаем. Ну, а сегодня мы закончим. Спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки, кто еще не подписан. Увидимся в продолжении прохождение DLC к Пылающим берегам. Пока!